Всем привет, с вами Полтем. Ребят, случилось то, чего мы так долго ждали. Вышла Siri на русском языке, но тут есть одно небольшое но. Видим, что у меня на устройстве стоит iOS 8.3 бета 2. Бета вышла вот только что буквально. И, соответственно, давайте теперь перейдем в настройки Siri. Как видим, действительно добавился русский язык. Ну и давайте его включим и посмотрим, как она работает. Это Siri-то на русском. What the fuck? Прошу прощения, вы не смогли бы повторить? Да. Прошу прощения. Такая Apple. Ну, в общем, ребят, это, походу, просто бета, и поэтому она не работает. Но, в целом, думаю, в финальном релизе они это поправят, и каким-то образом сервера наконец-таки заработают, теперь уже Siri на русском языке. В принципе, на этом можем закончить. Ничего нового мы не увидели. Кстати, если хотите обзор новой беты iOS 8.3, то ставьте ваши пальцы вверх. Также у нас на канале конкурс с главным призом в виде iPhone 5s. Ну и, в целом, будем ждать, когда же заработает Siri на русском языке уже, чтобы ощутить, что это такое, говорить Siri на русском. На этом, ребят, все. С вами был Полтем. Если впервые подписывайся на канал, ставь свои пальцы вверх, не забывай о яблочках. Пока.